Всем привет! Всем привет! Сегодня 31 декабря, сегодня у нас будет Новый год, а у вас уже совсем-совсем скоро, в отличие от нас. Все-таки мы отстаем на 8 часов, да? Да. Да. А от Магнитогорска так вообще на все 10. И мы хотим сегодня поздравить вас с наступающим новым 2021 годом из солнечного Майами. Не такого жаркого, как Доминикана, но солнечного. Ну, и давай. Ветреного. И ветреного, да. У нас уже очень долго не ветер. Ну что, начну я? Давай, давай. Что я хочу сказать, что 20-й год, да, он был для всех непредсказуемый, очень необычный и в чем-то даже, наверное, не очень хороший. Но так как это все-таки мы подводим итоги, то хочется 20-му году сказать большое спасибо за то, что он нам показал, что в жизни важны близкие и родственники, что вот эта вот вся мишура, которая вокруг, вот эти вот искусственные понты, они никому не нужны. Самое главное — это наши близкие. 20-й год нас также научил ценить то, что мы имеем, а не где-то там находиться в мечтах, что вот, оказывается, в жизни не бывает все не так, как мы планируем. Поэтому цените то, что есть. Ну и чему еще нас научил 20-й год, так это то, что внешне по людям, о людях судить нет смысла, потому что внутренний человек может быть гораздо богаче, гораздо красивее, чем внешний. Как он нам это показал путем масок, путем ношения масок, потому что вы, в принципе, лицо-то особо и не видите. А так полгода мы вообще просидели дома, не выходя и не одевая нашу красивую одежду. Поэтому 20-й год есть чему поблагодарить. Давай, Антон, твоя очередь. Я не такой красноречивый, как Елена. У меня все кратко. Желаю всем побольше денег, побольше здоровья, чтобы все у вас в новом году улучшилось. В плане здоровья, в плане финансовых ваших ситуаций. А если говорить про меня, то рынок именно 2020 года просто очень сильно вырос. Мы все озолотились. Это те, кто, конечно, связан с фондовым рынком. Именно еще и с IPO. В общем, желаю всем денег, здоровья. А мы будем вас радовать роликами. Я, в свою очередь, хочу добавить про 2021 год. Я вам желаю, чтобы он был прекрасный, чтобы вы в нем сделали все то, что вы не успели сделать в 2020 году. И чтобы 2021 год был наполнен большими, грандиозными событиями в нашей жизни. Хорошими событиями, намного лучшими, чем это могло быть в 2020. А мы будем вас радовать нашими роликами. Мы себя позиционируем как одни из самых искренних блогеров в Рунете. А может быть, даже в мире. Да нет. Самые искренние, без понтов. Да, у меня есть деньги. Я могу себе позволить все. Я могу вот носить сейчас часы, роликсы, что-то еще. Мы не такие. Мы не любители понтов, хотя у нас на это возможности есть. Мы реально искренние. Кому-то, может быть, это не нравится. Ой, он миллионер, извините меня, не похож он на миллионера. Да, мы вас очень любим, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы этот год, ну да, решающий для нас год, мы появились на YouTube. Да. Что вы этот год были с нами и останетесь, мы очень надеемся с нами. Мы будем стараться, мы вас всех очень любим. С новым наступающим, а у кого-то уже и наступившим 2021 годом. С Новым годом!